5500 тенге за 5-килограммовый мешок очень дорого, считает глава Минторговли. Стоимость сахара Серик Жумангарин проверяет лично. По его словам, буквально на днях он посетил супермаркет и сам ознакомился с ценниками на социально значимые продукты. Об этом исполняющий обязанности министра торговли рассказал журналистам в кулуарах правительства. Сейчас в приоритете обеспечить наличие сахара в стране и снизить его стоимость. В Минторговле готовят комплексный план по развитию сахарной отрасли. Известно, что значительно увеличит площади посевов почти в 3 раза. Более того, сейчас рассматривается вопрос строительства нового сахарного завода в Павлодарской области и модернизации действующих предприятий по производству сладкого продукта. Комплексный план позволяет обеспечить себя сахаром только наполовину, на 47%, на 43%. То есть он не решает до конца вопрос 100% обеспечения сахаром за счет собственного сырья. Последний раз ходил в СМОЛ в торговом центре. Конечно, мешок сахара 5-килограммовый, 5500, это очень дорого. Сделать так, во-первых, чтобы сахар был, ну и не только сахар. Во-вторых, конечно, надо постараться снизить цену, либо темп роста.